В Орел-Стат представители средств массовой информации пригласили на деловой завтрак. В таком формате организаторы мероприятия решили поведать журналистам, что говорит статистика о социальной, промышленной и других сферах нашего региона. Например, данные свидетельствуют о том, что жители предпочитают работать на себя. Если посмотреть на распределение юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по видам экономической деятельности, то вы видите, что все-таки и юридические лица, и индивидуальные предприниматели предпочитают заниматься торговлей, оптовой, розничной, ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов. То есть это та сфера деятельности, где очень можно быстро, так сказать, получить прибыль. На особом контроле у статистов сельскохозяйственная сфера. Из-за непростых погодных условий 2017 год сложно назвать успешным. Но если учитывать динамику за последние несколько лет, то Орловщина успешно подтверждает свой статус аграрного региона. У нас как раз аграрный сектор-то он достаточно динамично развивается, и именно в плюсовом направлении, трендом положительным. Мы, конечно, смотрели все-таки 17-й по сравнению с 16-м годом. То, что касается производства мяса, у нас вообще положительная динамика.